Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 15 марта 2022 года, и мы проходим очередной уровень пиньяты. Я вам покажу сегодняшнее прохождение. Этот уровень не очень сложный. Поэтому у вас не составит особого труда его пройти. Можно даже на ускоренном режиме попытаться. Пока все идет довольно хорошо. Так, мужички с лопатами убиваются как раз этими двумя растениями. Поэтому все хорошо. Можно улучшить наши шарики. Так, что тут у нас происходит? Собственно, и все прохождение. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Сегодня у нас выпало вот такие вот замечательные семена. Всем спасибо за просмотр.